Hey, приветствую тебя, дорогой друг. С тобой, Андрей. И сегодня мы пройдем небольшое заключение, ну лишь в игре Prison Tucan 4. Быть может, кто знает, найдет некое отражение в твоем сердце. С игрой мы лишь познакомимся, это не прохождение, не обзор. А просто первый взгляд. Первый раз посмотрим на эту игру. Чуть-чуть не сыграем с тобой, посмотрим. Интересно она или нет. Так, кто ты? Не сказано. Ты кто? Не сказано. Чего не сказано, значит, можно заканчивать игру. Приветствую в Prison 4. О, блин, слушай. Приятно, приятно. Спальный блок, малое здание. Охренеть. Допустим, я построил это здесь. Тюремные и спальные блоки. Удобство. Можно ли как-то... Так, на Т у нас вот это меню. Можно ли как-то на покрутить, там, повертеть? Отменить можно. На Е. Удобно ли это? Скорее всего, нет. А, вот как покрутить можно. А это что? Можно мне сказать режим сооружения стены? А вот этой стены вам недостаточно? Это мало. Так, я какую-то стену уже построил, судя по всему. Под снос. Койко-место одно. Как-то, конечно, блин, сделано прям охереть. Я не хочу выйти из игры, дайте мне выйти из этой менюшки. А. Что низко? Что значит цифры? Это еще здание не было построено, как оказывается. Режим мятежа. Ничего не работает. Но я могу что-то строить. Администрация. Отели, блядь, да? Я хз, как все. Как, не понимаю, как все должно работать. По идее, в тюрьме должно быть все между собой связано. Так, служба. Похер, служба, не служба. Просто строим здание. Почему бы и нет, да? Ну это, слушайте, святое. Начинает истощаться. Я рекомендую строительство фабрики, использую ученых на, видимо, в работе. Охранная вышка. Какая малюсенькая она, серьезно. Как выйти из режима строительства? Вот так, да? Вот так. Выключить. О, кайф.
снести здание, с хренов ли? С хренов ли ты решила снестись здание? А как мне тут... Нет, не тут. Как мне тут дали что-то строить? Я уже забыл. Режим мятежа. Ограничение. Нажал на это? Да. Какое неудобное управление. Так. Хирургия, допустим. Думаю, этого более чем достаточно. Комната охраны. Чем-то отдаленно напоминает Сим-Тим Госпиталь, но... Ага, тоже что-то есть. Как открыть тюрьму для первых постояльцев? Зал посещений. Может быть, тюрьму-то откроете? Ну, пускай хоть так. Как-то упор так аж... Кто ты, охранник? Кто ты? Кто ты, тварь? Прогул. Прикольно, когда здание строится без внутренностей. Квартиры персонала. Бухгалтерия. Какие-то люди бегают у нас тут. Они даже чему-то рады. Слушайте, это первый заключен, то бишь просто. Они просто появились. Или это медики? Нет, это медики, даже какие нахрен заключенные. Заключенных и в помине нет. Часовня. А, при покупке они сразу появляются. А почему пленные заключенные не появились сразу? Баба какая-то работает. Уборочная, почему бы и нет? Класс. Обслуживание. Все, кончились. Я хз, нахрена мне строить дополнительные заборы? Запасных камер для содержания заключенных. Блин, запасных камер. Ну, прибыла бандитский вожак, рекомендую. Игре зависнуть. Ну да. Ну, в общем, что хочу сказать. Когда прибывает заключенный, игра вылетает и работать не хочет. Но, что поделать. По первому взгляду можно сказать, что не очень удобное управление в плане размещения всех вот
Вот этих койко-мест, вообще любых комнат внутри вот этих больших зданий, как-то сделано это очень паршиво. И понять, как вот притулить что-то к чему-либо, как-то очень это максимально неудобно, потому что вроде как там стенки, но порой ты можешь вроде, ну, чисто визуально поставить к стенке, но нет, что-то тебе мешает, должен от нее отступить. В итоге получается, что ты что-то ставишь, ну, не прям рядом со стенами, ну, комнату имеется, вот, к примеру, вот. Где-то должен ее, ну, на паре, в паре метров от стены построить. То же самое с этими койко-местами и так далее. А так, в целом, знаете, такое строительство, менеджмент тюрьмы. То есть мы тут будем получать деньги, скорее всего, за заключенных. И в этом плане все это весьма, ну, знаете, вот чисто для любителей подобных вот игр, связанных с менеджментом, таким минимальным строительством, наверное. То есть вся задача следить за графиками, за тем, чтобы все были довольны, чтобы не было бунта, подавлять этот бунт. Также там могут быть комнаты грязные, их нужно будет чистить. Персонал может пострадать, как я понял, они могут обращаться за лечением в том числе. Возможно, в этом ключе нужно будет им выделять какие-то деньги. И как бы вот все, что я могу сказать об игре, сыграв в нее, сколько получается, не знаю, около 9 минут. В целом, ну, в целом так, условно норм, но лично для мне как-то все-таки не зашло. Поэтому мой рейтинг интереса это 0,5 баллов. Все-таки даже не полный ноль этой игре поставил. Чуть-чуть, совсем капельку любопытно, но совсем капельку. Может быть, было бы поудобнее сделано, опять же, интерфейс строительства само внутри зданий. Был бы интерес побольше. На этом всем спасибо за просмотр. Любите себя, друзья, любите своих близких. Постарайтесь хоть чуть-чуть полюбить людей вокруг. К примеру, можете подписаться на канал кого-то вокруг. И помните, что вы тоже человек вокруг кого-то. В конце каждого видео даю мини-задание, которое можете выполнить каждый. Завтра, когда проснетесь, обязательно улыбнетесь. Просто подумайте, что вас сковывает, ваш разум сковывает на самом деле очень много негативных программ, которые заработали, особенности в детстве. И вы, в принципе, просто подумайте о том, что вас сковывает, просто посидите и подумайте. Я думаю, что-то новое интересное для себя найдете. На этом всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.